отец ушел на фронт, а у нас осталось, я самый старший, за мной еще четверо, надо работать кому-то. Вот я брошу школу, в пятом классе учился, и пошел работать слесарем по ремонту локомотивов. И таким путем до конца я все время работал, пока не кончилась война. Вот. Так получилось, что я встретился там с нарком путей сообщения Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Это было в 1944 году, когда остановилась вся Каргандинская железная дорога. Занесло, поезда стоят, надо очищать, нечем. Поэтому Сталин дал приказ ему, а он нарком путей сообщения был, поехал, значит, попросил у Сталина, что надо, и начали вот очищать, чтобы поезда тронулись. А поезд – это уголь, а уголь – это металл, а металл – это пушки и все другие вещи. Вот таким путем, несмотря на свое малолетство, я все-таки много отдал на то, чтобы, значит, поезда не стояли, а ходили. Сейчас поколение молодое все смотрит, где больше оплачивают, чтобы больше ничего не делать, больше денег получить. Наше поколение в то время, я ушел с пятых классов, мне, я же говорил, был я еще подросток совсем был. Так как отца забрали на фронт, значит, мать осталась и четверо еще нас. Кушать надо кому-то, поэтому я говорю, все, я пошел. Не брали меня, потом все-таки взяли. А как взяли? Я взял, да и один год добавил себе. И взяли, значит, и начал я работать, и ничего, жив-здоров до сих пор.